фотографии. Перестань. Вот посмотри на ту фотографию. Ну, где там облезлый лев? Там, кстати, нет фотошопа. Где нет фотошопа? Вот в той фотографии нет фотошопа. Тут везде, есть, так, тут везде фотошоп. Нет. Здесь везде фотошоп. Везде. Но это не ты вообще. Это я. Хорошо, что будем делать с этим? Каждую неделю какая-то нелепая ситуация, которая подогревается Анастасией. Мы вчера поговорили, пришли к тому, что он будет легче к этому относиться и как-то доносить до меня информацию более корректно. Как легче? Я постараюсь себя контролировать. Хорошо, да, Сергей? Ему после конкурса сказала, вот у тебя настроение Г, и ты на меня сорвался. Да, да. Да. Он согласился. Так, давайте разберемся, в чем настроение, почему настроение плохое, что не так у Женьки Ромашова? Не знаю, у нас стало плохое настроение. Нам переживать, у меня сейчас переживать, на самом деле. У меня голова вот такая вот, честно говоря. Сейчас целыми днями сижу и разрабатываю вот все планы. Какие у тебя? Последние два дня я его не трогала, потому что он действительно занимался студией. А я тебе говорю про то, что я буду уверена в том, что все будет хорошо, что все будет в порядке, я не окажусь на улице и тому подобное. Поэтому что этот человек может со мной? Да? То есть можешь перевернуться на другого мужика. Да с чего это? Это твои слова. Нет, да. Нет, Дима, я ни слова не сказала. А смысл такой? И ни разу я не сказала. Я ни разу не отправила ни себя, ни тебя. Ну смысл был такой. Нет. Да, смысл коммерческий. Смысл был не такой. Смысл был не коммерческий. Я тебя поймал на этом слове, все. Если бы мне были нужны так сильно деньги, я бы пошла изначально в другие отношения. Но я пытаюсь тебя хоть как-то подвести к тому, что было бы неплохо, чтобы все было стабильно. Это мне только мешает. Что мешает? Вот это вот фигней ты меня только подавляешь. Это не мотивация, это полное дерьмище. Какое? Которое закончится, это просто фразы с предыдущих моих отношений. Я понимаю, что я злю, я это осознаю. Жень, завтра на девичнике Гориной она как-то себя не так поведет, ты же себя не будешь держать в руках. Смотря как не так, Андрей. Вот. Вот тут как бы есть определенные... А чего вы его тоже накручиваете, блин? Он и так мне мозги делает. Ну, извините, вчера люди за ширмой танцевали, уже скандал был. А что будет, когда приедут мужчины в трусах? Да. Я не пойду смотреть на мужчин в трусах. Ну, рассказываешь, не пойдет. Ну ладно. Ты первым тут любишь. Нет. Ладно, пубенцы будешь трогать? Нет. И что? Ручки дотянутся.